Минус 40. Потеплело, однако. Суббота. Выходной. На рыбалку не поедешь, минус 40. Вот он 44 был. Ставлю картинку, найду. Вот он где-то. В общем, выдвигаюсь в горах. Вон люди печки топят. Пошел рыбку коптить. Вот. А хотелось бы на рыбалку или в лес куда-то. Ну что-то прохладно. Вон какая шапка висит. Снега нынче хватает. Туннели тут видите, вообще прям никуда коптилочку поставить. Вообще кошмар какой-то. Ничего, откопаем. Все, просушили нашу коптилочку. Надо опилочек засыпать. Блин, дорогая щепа стала, кстати. 116 рублей. Ольха. Рыбешку нашего разложили сегодня. Сегодня мы будем коптить две селедочки и две скумбрии. Сейчас попробуем, что получится. Вторую решетку не ставился ставить, но на одну положим. Вот такие вот дела. Сейчас накрываем крышечкой на 40 минут. И поперли. Горячего копчения делаем. Чего печенье нашлось? Сварю на скорую руку, рамку. Классно вообще получается. Под коптилочку. Дровишки разгорятся и начнется дымочек у нас. 40 минут потом ждем. Ну вот прошло минут 20, наверное. Давайте посмотрим, что там у нас. Ой, красота! Еще маленечко и вообще будет. Тасу водится? Котасу у нас водится. Где? В Керченском проливе. Я имею в виду. В Томской области не водится. Ну вот такая вот рыбка у нас вышла. Шикарная.